От всей души приветствую коллег и друзей, принимающих участие в работе онкологического форума в Санкт-Петербурге, ставшего уже не просто регулярным митингом специалистов-онкологов с прекрасным поэтическим названием «Белые ночи», а по сути своей международной площадкой для представления самых современных мировых научных достижений в клинической и фундаментальной онкологии. Результаты современных исследований, перспективные проекты, представленные в программе форума в разделе «Современная лучевая, лекарственная, иммунотерапия злокачественных опухолей» постепенно вытесняют из нашего сознания чувство обреченности перед этой глобальной проблемой человечества. И надо сказать, к сожалению, еще очень преждевременно списывать труд хирурга в онкологии. На форуме будет представлен опыт ведущих хирургов мира. Я желаю всем участникам конференции успехов, удачи и сплоченности в борьбе за жизнь наших пациентов.